США, Лос-Анджелес. Дженнифер Гарнер вышла гулять с коляской, но у нее же нет маленьких детей. Папарацци приблизили объективы и что увидели? В коляске кот Дженнифер. На соседней улице гуляет бывший муж Гарнер Бен Аффлек с новой возлюбленной актрисой Анной де Армас. Модница в маске дикой кошки. Это уже тренд. В такой же появились модели Алессандро Амбросио и Хайди Клум, певица Селена Гомес. С улыбками на масках выходят Сара Мишель Геллар, Майли Сайрус, у Жан-Поля Готье и Кейт Хадсон губы уточкой. Хайди Клум 2 месяца публиковала только откровенные фото с мужем. Ради кого модель его оставила? Долгожданная встреча со стилистом. Вот такие меры предосторожности. Женщины всего мира с отросшими корнями ждут свидания с парикмахером. А Джессика Альба сама научилась стричь дочерей. Посмотрите на их недовольные лица. Они явно не доверяют маме. Заросший Брэдли Купер убрал волосы розовой повязкой. Позаимствовал у дочери Леи. Они гуляют в Нью-Йорке. Ходил по магазинам, хотел купить такое же и подарить вам. Вам бы подошел такой стиль. У Брэда Питта такой заколки нет, а волосы отросли. Поздравил выпускников университета Миссури, пока онлайн. Спрятал отросшие корни под шляпой беременной Руни Мара. А еще для удобства надела спортивные штаны. Руни и обладатель Оскара этого года Джокер Хоакин Феникс впервые станут родителями уже этим летом.